Начинаем понимать, это 605 тысяч. Okay? А здесь самое главное, это понимать, сколько минимальная стоимость, когда мы занимаемся дизайном, да, то есть причина за это сделать, но тоже понимать, сколько это будет максимально, который никто никогда не говорит. А сегодня я это буду сказать. Хорошо? Это значит, что строительство всегда 80, а здесь комплектация 526. А здесь вы видите фотографии 1, 2, 3. Могу продолжать? Хорошо. Окей. А здесь мы видим, например, стоимость Антонио Люпи. Раковина 2 миллиона. Но вы выбираете тоже бирки с 2 миллиона долларов. Поэтому, пожалуйста, девушки, не надо сказать ничего. Окей? Но здесь одна кресло. Хенджи 700 тысяч. Кассина, еще раз. Диван 1 миллион рублей. Окей? Это значит, что у нас здесь кассина, и мы сделали как или кафе, да? Мы начинаем понимать, о чем идет речь. И пятый пункт, да, который мы посмотрим. Big City Life, я не знаю, как это говорить на русском, не важно. Спасибо. Где там есть Роберто Кавалли, визионер, там есть какие бренды, которые, честно говоря, Тонино Ламборгини, для меня это всегда Ламборгини машина. Я не знаю, почему мне нужно купить кресло. Ламборгини, я, но клиент, это клиент. А поэтому, Роберто Кавалли, извините, вы купите больше этот бренд, который существует на вашей одежде, чем реальность. Ну, так бывает. И поэтому причина стоимость дороже, качество, ну, хорошее, но вы платите, доверяете. 30% вы доверяете по поводу этого бренда. Минимум, если это не 50. Поэтому здесь мы говорим, что стоимость за квадратный метр это 763. Строительство, вы видите, что начинает быть меньше и меньше и меньше. Потому что в любом случае черный материал, да, не может стоить как золото, потому что не смысл. Да? Нужно что-то будет качество. А здесь я называл это архетипом, который, ну, вы будете посмотреть, в любом случае диван 1 миллион. Хорошо? Ну, Ламборгини, кресло на 1 миллион, я не буду купить. Никогда. Я, клиент, да. Хорошо? Там есть спрос, как вы видите, да, тоже хорошее освещение, ну, технически, которое это стоимость. И у нас есть архитектура. Сейчас мы пойдем.